можно покинуть нашу территорию. Покажи документы с нашей территории. Давайте, запад. Я просто так, чтобы кому показывать. Сука, вы... подошел ко мне, представился, я сейчас буду с ним общаться. С вами у меня нет желания, ни времени. Вы мешаете проводить нам работу. Все. Будьте добры, покиньте, пожалуйста. Была договоренность на выходные. Все, я понял. На выходные. Сегодня что у нас? Понедельник. Понедельник. Понеділок було работа сказано, пошла. Що ви маєте работа надавати пошла. Документи. 10 июля нам видано разрешение на ведення роботи. Все. 10 июня. Сьогодні вже 16-го. Уже неділя. Будь ласка, покажіть неделя. Документи. Значить, ви відмовляєтесь документи? Вам вчора все показували. Дайте я спочатку. Я би кому не показував. Хто ви? Я вас не знаю. Женщина. Извините. Мені вчитуватися перед керівництвом треба. А потім будете вже мені. Давайте домовляємося. Ну, дайте я поработаю. Вы являетесь каким-то контролирующим органом или разрешительной системой. Да. Чего вам должен предъявлять? На каком основании? Вы себе даже не уявляете, с кем вы говорите. Вы даже не уявляете, что громада сейчас это все. Давайте, и приватная власть на территории парку вы просто порушили закон, начиная с того часа, с 2006 года. Покиньте, пожалуйста, нашу территорию. Частную. Вы покиньте территорию. Озвучьте, пожалуйста, еще. Это частная территория. Да. Купили ее? Сейчас на территории купили? Да, конечно, нам уже. Без общественного? Как? Общественного слушания. Суренович, ну подожди. Вы не балуетесь сейчас на территории? Мы здесь разделимся борются, я буду поеду покупать. Вы что, купили? Мы еще раз, да, мы еще разберем, то, что купили. Хорошо, разбирайте. Сейчас я вас прошу, покиньте, пожалуйста, эту территорию. Слушайте, это не ваша территория. Это не ваша территория. Мы компетентным разрешительным органом все документы. Вы там уже начинаете там свои щупальца там пробегать. Вы с людьми разговариваете. Да. А у нас зоны как группа. Слушайте, а давайте без сравнений оскорбительных. Это же оскорбительно. Вы говорите, что это ваше. Покиньте, пожалуйста. Это не ваше. Вы в карман положите себе землю и ходите с ней.